Здрасте. Здрасте. Нам, наверное, нужно объясниться. Это уже третий спектакль, в котором я играю, а в котором звучит имя Геннадий Адольфович Кернес. Стоит заметить, что это, возможно, последний спектакль, в котором я играю. Наш президент Петр Порошенко фигурирует в документах Panama Leaks как учредитель офшорной компании Prime Assets Partners. Обычно офшоры используются для уклонения от налогов и отмывки денег. Я категорически против мата на сцене. К сожалению, мы не справились с поставленной задачей. Прости нас, дорогой Гёте.